Здарова всем, ребята, Кент пока на проводе, и прямо сейчас будет просто нереальный троллинг тиктаков. Ну, пожалуйста, ребятки, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Тиктак меня очень часто троллирует, поэтому прямо сегодня на его стриме я ему кинул донат с фейкового аккаунта и сказал, мол, Тик-так, давай дуэль на Керамбит Голд. Поменял себе ник, и он повелся. Я ему написал то, что я его старый донатер. Ну, наплел ему разные лапши. Короче, он повелся. И прямо сейчас, ребятки, будет очень-очень весело. Потому что я ему сказал, что я, если проиграю, то я ему дам Керамбит Голд. Специально проиграю и посмотрим на его реакцию. Я думаю, то, что это будет очень-очень смешно. Это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. mystandoff.ru. Так, ну что же, ребята, полетели! Дуэль на Керамбит Голд! Ё-моё! Короче, я предлагаю так, давайте в первом раунде вообще с ножом побежим, чтобы он охренел! Так, сейчас почти будем троллировать его! Так, ну давай, на нож, давай, или боишься? Так, нормально, нормально, нормально. Я уверен, что он сейчас думает, блин, да этот чувак просто сумасшедший. А что он делает? Я не понимаю, лол. А зачем он бегал с ножом? Короче, я ему наплел, что я типа Дыня Аляска, это наш общий старый донатер, который пропал. Дыня Аляска, если ты смотришь, то тебе большой-большой привет. Короче, я притворился Дыня Аляской старым донатером. Короче, ребята, это такой ор. Так, ну что же, играем, играем дальше. Я себе куплю сейчас фамасик. Я слышу его шаги! И да, мы это сделали. 1-1 вообще изи, ребята. Нормалды, 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 ребят. Так, короче, почему? Я скажу так, главное не топать. Второй раунд забрал, прикиньте, второй раунд забрал. Блин, ребят, ну я просто ору с этого. 2-1, тик-так проигрывает, елки-поталки. Так, ребят, в этом раунде я себе куплю эмочку и куплю бронежилет и набор сапера. Кстати, как-то очень странно, а куда у меня пропал мой скин на эмку самурай? Ну, блин, ребят, прям очень-очень странно. Так, ну ладно, все, продолжаем дальше наш троллинг. Я, ребят, представляю, как же у него подгорает. Так. Так, сейчас, короче, его обойду и сделаю ему сюрприз. Наверное. Но не фартануло. Убил, отлично, отлично, убил чела. Убил, отличненько. И, увы, ах, я опять проиграл. Ну, ребят, нормально, 5-2, но это не самое веселое. Самое веселое, это когда когда я проиграю, должен буду давать Керамбит Голд. Вот тогда мы реально проорем. Так, беру бронежилет, беру набор сапера. И, пацаны, вперед в атаку. Полетели. Сейчас, короче, я ему напишу в чат что-то смешное. Напишу, типа, ты какашка. Чтобы он вообще подумал, что я какой-то сумасшедший донатер. Пишет, ты какашка. Так, он взял АВМ, я понял. Я его спалил, где он? Ой, зря! Зря ты взял АВМ, братан, зря, зря, зря. Вот я возьму твой АВМ, и я покажу, как правильно надо играть с АВМ. Сейчас, пацаны, Кент пока покажет. Так, пацаны, я взял его АВМ, и сейчас с его АВМ его же поджарю. Так, тик-так, я хочу тебя поджарить. Вот так вот, спокойно, при помощи АВМ сделал 4-5, ха-ха. Блин, ребята, я просто орирую с этого, так. Ой-ой-ой. Чего нахрен я ему в голову дал? Он выжил? Лёль, кек, что? А, да, кстати, пацаны, оцените мой новый P350. Если я не ошибаюсь, то он стоит почти 3000 голды. Блин, классный скин. Так, все, полетели при помощи этого классного скина. Попробуем забрать тик-така. Или не попробуем, но я попытаюсь, я попытаюсь. И... Блин, чё-то пока что плохо получается. Тик-таки, Маус! Ничего себе, он раздает с USP Genesis! Ох уж это тик-так! О, капец, это было сейчас такая... Видели, я влево побежал? Короче, это у меня... Это у меня само на эмуляторе, короче, бывает такое, что ты сам бегать начинаешь. Я ему кину флешечку. Нормально, нормально, нормально. Давай, до свидания, 9-5. Ой, почему я возьму его АВМ, ой. Давайте попробую его забрать. Вот попробую, не знаю, выйдет или нет. Ну вышло, 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 вышло. 9-6, ничего себе, пацаны. Ну я просто индеец бомбом. Так, давайте еще раз. Хочу повторить, хочу повторить. Сильно хочу повторить. Ага, а он уже не высовывается в темку. Он понял, что против авапера высовываться в темку, это была плохая идея. Тише, тише, он где-то тут.
Короче, давайте я на пункту А запланчу бамбу. Блин, я не успел добежать до пункта, я хотел его пророфлить. Все, ребята, мы проиграли. Так, ну чё, сейчас, короче, будет жесткий прикол. Просто готовьтесь. Так. Он прямо сейчас хочет получить керамид голд. Я ему сейчас напишу. Бро, подожди. Надо сделать проверку на читы тебя. Напишите цифру 1. Так, ребята, сейчас будем рофлить тик-така. Так, он написал цифру 1. Теперь цифру 2. Сейчас он напишет 2. Теперь 3. И сейчас напишу, мы вас развели. Развели. Так, ребят, выходим. Быстро меняем ник. Я индеец. Я индеец. Бом-бом. Я так и знал. Блин, вот, Кент, просто ты такой предсказуемый. Я вот думал до последнего. Я так надеялся до последнего, что это не Кент. Сейчас ему позвоним. Алло, братан, здорово, с 1 апреля. А теперь...